Добрый день, приветствую всех любителей шопинга на моем канале. И сегодня у нас продолжение предыдущего видео. Мы сегодня с вами в Пик Клопенбурге. Начали сезон скидок. Обязательно с вами давайте посмотрим, что интересного можно приобрести на скидках. Посмотрим с вами бренд Марк Кайн. Шикарные вещи. Много чего на скидках. Посмотрим с вами немножко Пола Ральф Лаурен и бренд Босс. Оставайтесь, погуляем. Развлечемся и посмотрим, что интересного можно приобрести. Также напоминаю вам, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Это все очень важно и небольшая просьба от меня. Надеюсь, вы не забудете. Ну и давайте с вами прогуляемся, посмотрим, что интересного можно приобрести сейчас на скидках. Марк Кайн всегда модные, актуальные и очень красивые вещи, шикарное качество. Вот такая рубашка из новой коллекции стоимостью 200 евро. Брюки из очень мягкой, шикарной ткани. Эта ткань не мнется, держит форму и смотрится, конечно, очень замечательно. Эти брюки стоимостью 200 евро, они без скидки, но есть модели в другой расцветке со скидками. Давайте с вами обязательно посмотрим. Платье из новой коллекции, тоже еще не на скидках, стоимостью 250 евро. Вот такой фантазийный красивый рисунок. Такое платье в красном цвете, но красный цвет красивый, не такой, что вырви глаз. И это платье стоимостью 260 евро. Жакет ткань деним в белом цвете и такой жакет стоимостью 250 евро, это из новой коллекции. Платье красивый принт стоимостью 280 евро, это тоже из новой коллекции. Футболка тоже с таким принтом и футболку можно приобрести за 100 евро. Легкая воздушная блуза, такой вот casual стиль немножко, стоимостью 170 евро. Платье в рубашечном стиле, тоже очень симпатичный принт, и это платье из новой коллекции, 250 евро. Блуза с вышивкой стоимостью 200 евро из новой коллекции. И видите, это линейка Sport. А это у нас платье из трикотажной ткани. Принт похож с предыдущим платьем, но здесь немножечко уже такой маечный стиль стоимостью 190 евро. Трикотажные кофточки тоже сейчас вышли на скидку в розовом цвете 70 евро, а также есть и в других цветах. Такие кофточки всегда очень удобны под жакет. Блуза в красном цвете, легкая, летящая, стоимостью 130 евро, а изначальная цена была 180 евро. Футболка в полоску. Полоска всегда модно актуальна и у бренда Марк Кайн тоже представлена. Такая вот футболочка сейчас на скидках 95 евро, а изначальная цена была 130 евро. Блуза в стиле спорт шик стоимостью 150 евро, изначальная цена была 200 евро. Симпатичный принт, легкая, на лето беспроигрышный вариант. Белые джинсы всегда модные и актуальны и сейчас уже со скидкой 120 евро. Летние брюки, ну эта модель еще не со скидкой, стоимостью 190 евро. Посмотрите, какой красивый принт. Это у нас уже платье или туника
кому как подойдет, кто какого роста. И такое платье можно приобрести за 180 евро. Изначальная цена была 250 евро. И мы смотрели с вами блузу в таком же принте. Симпатичное платье тоже сейчас вышло на скидки 180 евро. Трикотажная кофточка тоже вышла на скидки в желтом цвете стоимостью 70 евро, а до этого мы с вами видели такую же кофточку в розовом цвете. Очень красивая блуза, рубашка тоже вышла на скидку стоимостью 170 евро, а изначальная цена была 230 евро. Блуза со скидкой 180 евро. Мы с вами видели в таком же принте платье, но ткань здесь абсолютно разная. Здесь такая блуза более ткань, может быть, немножко шифон, шелк добавлен, а платье было совсем из другой ткани, не мнущейся. Пуловер тоже можно приобрести сейчас со скидкой. Такой пуловер стоимостью 130 евро. Платье верх выполнен из трикотажной ткани, а низ более легкая ткань. И такое платье тоже сейчас со скидкой 220 евро, а изначальная цена была 300 евро. Такая майка тоже из трикотажной ткани. Модная актуальная полоска стоимостью 100 евро, а изначальная цена была 130 евро. Леггинсы под кожу у Марк Кайн вышли на скидку стоимостью 100 евро. Изначальная цена была 180, но, к сожалению, не такой большой выбор размеров остался. Платье черно-белое, принт слоны нарисованы, но смотрится очень симпатично. Такое платье стоимостью сейчас 220 евро. Я видела женщину-немку в таких брюках с таким принтом. Смотрелось очень красиво, элегантно, поэтому не бойтесь этих принтов, они смотрятся замечательно. Также есть и брюки в такой принт. Сейчас со скидкой 180 евро. Посмотрите, как элегантно смотрятся. И это не мнущаяся ткань, очень удобная, практичная и смотрится дорого. И также в такой принт есть жакет 329 евро, тоже из не мнущейся ткани. А эта ткань уже другая. Платье в такой летящей ткани, тоже сейчас со скидкой 200 евро. Я вам хочу сказать, что бренд Марк Кайн — это премиальный бренд. У него очень красивые вещи. Я уверена, что когда я вернусь с отпуска, половина этих вещей, если не большая часть, уже будет раскуплена. Кардиган в зеленом цвете, тоже сейчас со скидкой 220 евро. Изначальная цена была 300 евро, и в составе есть шерсть. Платье от бренда Ralph Lauren в полоску, есть голубая, есть синяя полоска, и вот такое платье стоимостью 179 евро. Рубашка от этого бренда тоже в такую красивую полоску стоимостью 100 евро, изначальная цена была 150 евро. А это рубашка с вышитым логотипом бренда Polo Ralph Lauren. И такая рубашка стоимостью 140 евро. Рубашка удлиненная, как платье или туника из льняной ткани. И вышла сейчас на скидку стоимостью 200 евро. Изначальная цена была 300 евро.
А это у нас еще большой выбор разных рубашек на скидках. И вот такая красивая клетку стоимостью 150 евро. Бренд Босс, тоже большой выбор красивых вещей. Вот такая кофточка в спортивном стиле стоимостью 100 евро, это из новой коллекции. Жакет из твида, он, к сожалению, еще не на скидках, и этот жакет стоимостью 300 евро. Куртка из денима. Очень симпатичный деним с таким рисунком, и эту курточку можно приобрести за 300 евро, и также в куртке есть юбка. Посмотрите, какая красивая юбка, идет на запах, и такая юбка стоимостью 180 евро, это из новой коллекции, пока еще не на скидках. А здесь у нас уже бренд попроще, и вот такая вот кофточка из букле стоимостью 50 евро. И к этой кофте можно приобрести юбку из такой же ткани, тоже стоимостью 50 евро, сейчас со скидкой, просто шикарный костюмчик. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте поддержать меня лайком, комментарием и подпиской. Следующее мое видео уже выйдет из Италии. Мы уезжаем на отдых в Лидо де Езоло, и поэтому буду уже радовать вас оттуда своими видео.